Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, мы продолжаем чтение переводов хикметов Ходжа Ахмеда Ясави. Хикмет 30. Глаза в слезах, в страдании душа моя, не знаю я, как мне служить, друзья. И эти муки переношу я изначально, слезами обливаясь. Не знаю, как мне быть, куда идти, друзья? Откуда все напасти ко мне явились вдруг, и оттого изранено мое измученное сердце? Да, в этом мире освобождение дается тяжело. Не знаю я, как мне служить, друзья. И коль во имя Бога оставлю я детей своих в сиротстве, отдав всю душу, отрекусь от блага, если стон мой одинокий раздастся по пустыне, не знаю я, как мне служить, друзья. Если буду стойким я, как все смиренные рабы, и день, и ночь в мольбе рыдая, и коль не сдамся я, как все достойные, постясь и день, и ночь, и стану ночи напролет молить Аллаха, не знаю я, как мне служить, друзья. Я не жалел плодов никчемных и сеял их, прошла напрасно вся жизнь моя, и коль душа моя, как птица, полетит, доволен буду тем. Не знаю я, как мне служить, друзья. О, раб Ходжа Ахмед, коль душу не отдать на том пути, дихканщиком не может называться тот, кто хлеб народу не дает. Да и распустятся ли цветы, коль их водой не окропить? Не знаю я, как мне служить, друзья.